Всем привет, и у меня есть один вопросик. Почему почти все популярные ютуберы снимают только одни меме? Могли бы снимать какие-нибудь другие видео, по типу «Наша жизнь», ну такие разговорные видео еще. Нет, я, конечно, без обид, но им надо поснимать и похайпить на меме. Я понимаю, что меме залетают. Ну, и как популярным гачатурам я советую снимать что-то другое, а не только одни меме. Всем поки!